Поток этот уменьшился, да, по ряду причин. Во-первых, запрет на выезд всяким сотрудникам силовых ведомств, потом курс, что немаловажно. Ну и потом довольно много людей обратили внимание на Россию. Мы вот тут семейно хотели отдохнуть на майские праздники в Костроме. Мы не нашли ни одного номера, ни одной квартиры, ни одной комнаты. Все было снято за месяц до того, как мы туда собирались. Вот за месяц до майских праздников. Вот. Мне кажется, это нормально и хорошо. В чем такая суперцель того, чтобы люди, чтобы российские граждане ездили за границу? Американцы, например, за границу не ездят отдыхать. Ну, очень мало. Сидят там у себя внутри. Другое дело, что у нас в стране есть проблема с морем, с теплым морем, то, куда надо везти детей летом. Сейчас с Крымом теплого моря стало немножко побольше, но все равно на такую страну его катастрофически не хватает. И есть у нас в стране другая проблема, связанная с транспортной доступностью. Я вот мечтаю поехать на Камчатку, но не могу себе этого позволить. Мне в Америку съездить проще, чем на Камчатку. Это плохо, и надо с этим что-то делать.